В эфире программа «Время говорить», в студии Юлия Ракоцкая. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях в студии необычный гость – экстрасенс, потомственный ведун, эксперт федеральных телепрограмм и лауреат государственной премии от Академии психологии Москвы за помощь следствию Демид Воронцов. Демид, здравствуй. Здравствуйте. Уже не первый раз во Владивостоке начался так называемый твой тур, да, по городам России. По целой стране, я не побоюсь этого слова. И хочется спросить вот что. Тебя наверняка уже здесь ждут, потому что не первый раз ты приезжаешь. Это так? Есть те, кто постоянно к тебе ходит? Ну, конечно. Я, собственно, сюда и приехал еще раз, потому что было большое количество заявок на консультацию. Ведь большое расстояние, Москва-Владивосток, лететь больше 8 часов. И, соответственно, люди не каждый может позволить себе прилететь ввиду каких-то причин, будь то финансовых или временных, ко мне на приемы. И я прилетаю сюда к ним. И, конечно же, у нас, когда мы даем только афишу, когда мы даем новость о том, что я прилетал в Владивосток, запись пишется уже заранее. И поэтому те люди, которые узнают обо мне, когда я уже по факту нахожусь в Владивостоке, ищут время, так скажем, мы с продюсером, с помощником подбираем время, на которое они могут ко мне попасть на прием здесь. Уже вы ищете время, чтобы их куда-то пристроить в таком случае. Мне кажется, главное слово в твоей работе – это помощь. Все верно? Думаю, что да. Ты работаешь со следствием, и не раз на федеральных телеканалах мы видели программы, где ты помогал искать детей, где ты работал с человеком, что называется, без лица, человек, который выстрелил в себя в лицо. Да, самострел был. Да, и отвечал на вопросы ведущих, отвечал на вопросы следователей. Тебе не сложно? Ну, я думаю, что в каждой работе и в каждой специальности есть свои сложные моменты. Пожалуй, самое сложное – то, что я беру на себя ответственность перед всей страной, когда я говорю какие-то, по моему счету, факты. Допустим, когда мне предстоит сказать, жив человек или он мертв. Потому что если я говорю, что по моим ощущениям я не чувствую человека среди живых, найди его живым, потом это может уничтожить всю мою карьеру. Никто не посмотрит о том, что был я в рабочем состоянии в тот самый момент, в момент съемок. Смущали ли меня 16 телекамер, направленных на меня? А зрители, которые там присутствуют, да, и то, что я понимаю, что в этот момент это прямой эфир, у меня нет права на ошибку, ни речевую ошибку, ни тем более в моей работе. Вот это, наверное, самое сложное, когда ты берешь на себя ответственность. И не потому, что я боюсь оказаться неправым, а о том, что я говорю в лицо матерям, что их дочери, к примеру, не среди живых. Или когда я говорю о том, что я чувствую, что человек жив, его нужно искать. Это большая ответственность. Также, когда вдруг его могут найти, да, не среди живых. И вот эти вот все моменты, это большая ответственность перед всей страной. И, естественно, это оказывает на меня влияние, как бы волнение, которое присутствует. Плюс ко всему, это все происходит на камеру, в прямом эфире, в прямом режиме, режиме онлайн. Это, пожалуй, самое сложное. Недалеко не каждый на себя берется брать такую ответственность и рискнет взять. Да, среди экстрасенсов только я один. Вот, я только хотела сказать, я не припомню, чтобы кто-то это делал. Почему это делаешь ты? На федеральных каналах. На федеральных каналах есть, конечно, экстрасенсы, которые тоже так аналогично работают, но конкретно на Первом канале, пусть говорят, когда еще Андрей Малахов был ведущим этой программы, сейчас у него на канале «Россия-1» это делаю только я. Почему ты это делаешь? Для чего ты это делаешь? Во-первых, я делаю это, потому что я могу. Я не могу сказать, что мне это доставляет удовольствие, потому что тема сама по себе достаточно грустная. Она радостная, когда человек жив, и когда мы ищем живого человека для того, чтобы вернуть его близким, и вернуть ему семью, это да. Но когда другой исход, это, конечно, грустно, но даже найти тело для человека, чтобы родственники могли нормально попрощаться, похоронить, это уже тоже много, да, когда человек может потом прийти к нему на могилу. Поэтому как бы само по себе это достаточно грустная история. Вот. Но я это делаю, потому что хочется помочь людям. Я за это не беру никакой оплаты, чтобы это было. То есть это в рамках вот программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, потому что Андрею доверяет вся страна. Он помогает также делать все гости, которые приходят к нам в программу.
никто не платит. То есть это все действительно по-честному, на добром слове, на основе доброй. Когда люди обращаются в программу, просят найти там родственников, там друзей, потерявшихся как-то. И вот, естественно, я в команде Андрея в этом плане, в этой программе помогаю уже как специалист в этой области абсолютно тоже безвозмездно. Демид, скажи, пожалуйста, есть ли еще какие-то программы, о которых мы, ну, пока еще не знаем, наш местный зритель не знает, в которых ты участвовал, где ты помогал? Что-то новое? Что-то новое – это цикл программ «Засекреченные списки», где я остаюсь. Еще эксперт там – это также я подписал новый выгодный для себя, так скажем, договор. Это с программой «Тайны Чапман», где я тоже уже не первый год являюсь экспертом на новый цикл программ. Пожалуй, это все такие уже знаменитые программы, достаточно рейтинговые. Но как самое интересное, остается за кадром очень часто. Потому что это когда частные истории в индивидуальном порядке, люди ко мне обращаются за помощью, и я веду эти истории, расследования собственные какие-то следствия. Это, конечно, остается за кадром, и как бы это не показать, да, потому что люди, частная жизнь, нельзя нарушать закон это. И в этом случае я взял разрешение в некоторых моментах, попросил, чтобы я смог опубликовать в своей предстоящей книге, которую я сейчас пишу, который будет называться «Что не знает, но должен знать каждый. Полезные советы от Демида Воронцова». И вот некоторые истории там будут описаны. Интересно, что за книга? Или это еще... Эта книга будет такой масс-маркет. Она будет направленная на широкого читателя, которому не безразлично его будущее, будущее близких людей. Там будут, могу сказать, несколько глав, например, могу озвучить. Это «Что не знает, но должен знать каждый о деньгах». Что не знает, он должен знать каждый об ошибках на похоронах. Что не знает, он должен знать каждый о зеркалах. Что не знает, он должен знать каждый об энергетических вампирах и многое другое. То есть и по главам человек выходит, и там будут самые часто совершаемые ошибки, ведущие нас либо к безденежью, либо к одиночеству, либо к то, что мы станем донорами для энерговампира. Вот все вот эти многие моменты будут такая описана доступным языком для всех. У меня уже давно просят, чтобы я ее написал. Я пишу уже ее 4 года. То есть у меня она в голове вся написана. Нужно сесть и перевести на цифру. То есть я вот хотел уехать в Барселону, где должен был ее писать. Но началась эта вся русофобия как раз в этот самый момент. После моего дня рождения, вы знаете, спецоперация. И как бы это помешало немножко планам. И сейчас снова гастрольный тур. Я продолжаю, но я уверяю, что в конце этого года я найду время и постараюсь ее все-таки написать. И думаю, что в следующем году она увидит свет. Демид, скажи, пожалуйста, кроме твоей книги, кроме участия в программах, ты также записывал программу «Високосный ад», она как-то так, кажется, называлась. Да, документальный фильм «Високосный ад». Документальный фильм, да, это была не программа. И ты предсказывал то, что будет происходить в 2020 году. Это и пандемия, это и какие-то финансовые войны. Да. Мы затронули спецоперацию, тем более это было накануне твоего дня рождения. Ты что-то как-то предвидел? Было какое-то ощущение? Ну, я могу сказать о том, что я успел съездить в отпуск за границу, начиная с декабря, весь месяц я провел за границей. Вернулся я после новогодних праздников, отметил свой день рождения. Отметил большим банкетом и 23 февраля, и с 24 числа началась как раз спецоперация. Но я полетел на тот момент на гастроли в Екатеринбург, и все это время мы были в Екатеринбурге 2 недели, так же, как вот я в Владивосток прилетел на 2 недели. Но я могу сказать о том, что, конечно, какие-то события можно было предвидеть, тем более ситуация накалялась между нашими странами. И, ну, что сказать, для себя, конечно, я могу говорить во все услышания какие-то многие вещи, но, понятное дело, понятно, это да. Не все дозволено. Поэтому, как я просматриваю события и конца этого года, что у нас еще ожидает много других потрясений. И вот эта вот эра, которую мы наступили с 2020 года до 2030 года, это была такая проверка на прочность всех жителей. Проверка веры, опять-таки, в отношении самого себя также и в отношении как бы других людей, как мы будем относиться между странами, жить. Мы живем в не самое простое время, но у нас также ожидают и хорошие года. Вот именно в это время ко мне стали обращаться еще чаще, потому что людей заботит их будущее, заботит будущее близких людей. Они ко мне приходят, они говорят: «Хорошо, сейчас в мире происходит такая ситуация, что я могу сделать для того, чтобы
изменить хотя бы свою жизнь, да? Что мне нужно сделать? Как мне сохранить свой бизнес? Как мне его обезопасить? Как мне сохранить рабочее место за собой? Что мне следует сделать, чтобы наряду всех вот этих волнений, протекающих вокруг, мне оставаться на коне? И в этом я им помогаю. Да, кстати, чтобы обратиться к тебе, телефон 2-51-80-31. Да, это телефон для записи ко мне на личную консультацию в городе Владивостоке. Там находится мой помощник Роман, который отвечает на телефонные звонки и координирует уже дальнейшие действия желающих. Хорошо, разобрались с твоими предсказаниями. С чем приходят люди к тебе чаще всего? По крайней мере, здесь у нас во Владивостоке, ну и, может быть, где-то в других городах. Может, порчи с глаза, я не знаю, любовь, опять же, там, притянуть деньги просят. Ты ведь это умеешь? Да, конечно, я это умею, и приходят здесь настолько же часто, насколько и в других городах, с одними и теми же запросами. Это здоровье, деньги, любовь. Напомню, что у меня есть медицинское образование, поэтому вопросы здоровья в некоторых вопросах компетентен касательно психологии нашего здоровья, нашего сознания, да, нашего мозга. Но всегда необходима консультация с вашим лечащим врачом по каким-то ни было моментам. Это вопрос о финансовом благополучии, это вопрос о личной жизни, это вопрос о деторождении. Вот, кстати, в Владивостоке родился еще один мальчик, в честь меня назвали его Демидом. То есть это шестой уже мальчик, и получается шесть мальчиков зовут Демидом, и одну девочку зовут Демьяна. То есть когда просто свыше не дано людям иметь детей, я в этих вопросах помогаю тоже. Это прекрасное ощущение, когда ты смотришь, мне вот прислали бирку с ножки ребенка с детдом, ой, с роддома, где было написано, что вот Демид и дата его рождения, время его рождения, когда ты понимаешь, что ты смог помочь новой жизни появиться на свет, и его назвали в мою честь. Это, конечно, очень приятно, когда таких уже больше, чем баскетбольная команда. Это тем более приятно. И что касается вопросов поиска без вести пропавших, то, как правило, об этом нужно сообщать заранее моему помощнику, потому что мы выбираем дни, когда мы ищем без вести пропавших, дни, когда я занимаюсь целительством, дни, когда мы делаем только просмотры, дни, когда мы делаем и обряды на финансовое благополучие. То есть для этого у нас в неделе существуют определенные дни недели, которые мы распределяем, ну и нужно к этому, конечно, подготовиться. И когда есть за что зацепиться, поэтому очень важно, приходя ко мне, брать фотографии, распечатанные на фотобумаге, как мы раньше делали кодек и Fujifilm, потому что в телефоне, я, конечно, могу считать, но телефон сам по себе хранит очень много информации, и информация может быть считана некорректно. А в магии, в принципе, существует практически все. Начиная там, чтобы свинья не рвала своих поросят, простите, в деревнях, потому что это важно. Казалось бы, для городского жителя это абсурдно звучит, да? Но для жителей в деревне это их как бы скот, это их хлеб, да? Чем они это их едят, это их жизнь. Заканчивая тем, что можно привести и сделать из бедного человека очень богатого, влиятельного человека. Ведь, как вы думаете, очень много влиятельных людей, сильных мира сего, имеют своих личных экстрасенсов. Кто-то об этом говорит в открытую, кто-то об этом умалчивает, чтобы не было лишних разговоров. Но при этом это так, потому что 50% как минимум успешных людей такие успешные не потому, что они такие успешные от природы, а потому что они живут правильно. Им помогли. Им помогли, они живут по лунному календарю, они как бы сами это все делают, там, да, выполняют какие-то ритуалы, следуют каким-то определенным правилам, не нарушают определенных кармических законов. И, конечно, за ними стоит очень сильный специалист-экстрасенс. Я сам веду многих людей, я работаю со звездами эстрады. Ну, ты знаешь, я работаю и с политиками, и с бизнесменами, коммерсантами. И в том числе и с обычными гражданами, что доказывает. Это был мой следующий вопрос, это был, да. Я предугадал, видишь. Я считал о том, что когда ты прилетаешь в другой город, потому что не у каждого есть, да, как мы говорили выше, возможность, то здесь ты уже помогаешь на месте человеку. И насколько сильно меняется жизнь. Ведь у нас вот, когда Рома делал обзвон предыдущих клиентов, которые здесь были у меня на приеме, у нас практически сразу расписались все эти две недели, потому что все те, кто были, захотели прийти еще раз. Просто поблагодарить сегодня, вот у меня с утра были уже клиенты, говорит, у нас все хорошо, вы нам помогли, мы пришли просто вас поблагодарить, просто вас увидеть, потому что уже полюбили, я стал другом многих семей. Кто-то решил поделать свою защиту, удачу, потому что ритуал их нужно поделать. Через какое-то время постоянно их нужно повторять, потому что это как мышцы, ты ходишь в спортзал, качаешь их, они растут.
Не ходишь, не качаешь, они не растут. При этом нужно использовать, да, там, следовать режиму питания, режиму сна и отдыха, ну и соблюдать какие-то определенные правила, там, да, исключить вредные привычки для того, чтобы был максимальный результат. То же самое касается и магии. То есть нужно соблюдать определенные правила, следовать им, и самое главное их исполнять, эти все ритуалы. Потому что невозможно сделать один ритуал и на всю жизнь про него забыть. Это так же, как мы ходим к врачу периодически, да, и даже если у нас ничего не болит, мы ходим на обследование для того, чтобы поддерживать свое здоровье, чтобы что-то предупредить, грядущую какую-то болезнь или ухудшение иммунитета. Ко мне ходят точно так же. Просмотреть ситуацию, как она будет развиваться в будущем, касательно то бизнеса или касательно каких-то личных дел. Посмотреть, как будет развиваться ситуация и уже ее подкорректировать. Если выпадает что-то плохое, то есть можно как-то это скоординировать. Ты помогаешь всем? Я стараюсь помочь как можно большим. Но я имею в виду, здесь нет градации. Человек беден, богат, он может к тебе прийти с любым, в принципе, вопросом и с любым кошельком. Может, может. Я знаю, что обо мне говорят, что я работаю только с очень влиятельными, богатыми людьми. Я знаю про это, да. Ну, ты знаешь, наверное, это пошло от того, что я в основном с ними так и работаю. Потому что я как мужчина, мне ближе тема денег, финансового благополучия. И это нормально. Да, то есть мне нравится история успеха. И, соответственно, я работаю с успешными людьми, чтобы сделать их еще успешнее, их защитить. И это, ну, так же, как и «Звезды эстрады», это было замечено в социальных сетях. Это было подмечено, и потом написали, что только лишь Демид Воронцов работает с очень успешными людьми. Это неправда. Я работаю с разными людьми, максимально хочу помочь. Кто-то, когда был неуспешный, теперь уже стал успешным, я с ним тоже работаю, да? Потому что мне просто нравится тема бизнеса. Мне нравится тема бизнеса, потому что у меня у самого есть свой бизнес антикварный. То есть у меня студия антикварная в Нью-Йорке, в Тель-Авиве, в Лос-Анджелесе, в Москве, где я в партнерстве. Мы продаем очень эксклюзивные зеркала, которые мне 100 лет. И, наверное, только поэтому сказали. Но, опять-таки, каждый может в этом убедиться, записаться ко мне по номеру телефона, который мы, думаю, укажем на экране, да? Мы его сейчас еще проговорим. 251-80-31. Да, 251-80-31. Здесь записаться ко мне на личную консультацию и попасть ко мне на прием. Это реально. То есть не верьте, это неправда, что я работаю только с успешными людьми. Ты дал обещание своему деду, поэтому ты работаешь со всеми. Расскажи об этом. Это интересная история. Да, дело в том, что когда мой дед передавал мне дар, передавал мне свою силу, он тогда у меня пообещал, точнее взял обещание у меня, чтобы я использовал это только во благо, но при этом умел постоять за себя и за своих клиентов, и в то же самое время, чтобы я не распылялся попросту, но при этом помогал всем и каждому, потому что он сам был такой. Были возможности, когда его хотели призвать к, скажем так, силам мира сего, к власти, к престолу, чтобы он работал на них. Вот. И он отказался в свое время. И он за это, кстати, очень сильно поплатился. И меня уже давно-давно пытаются переманить, чтобы я работал только под одного человека. Вот. В будущем, может быть, я себе это и позволю, потому что просто физически устаешь работать с огромным количеством людей, постоянно перелеты, переезды, и хочется как-то уже какой-то стабильности личной жизни своей, более такой, не такой динамичной, и чтобы работать под одним человеком. Но вот я обещал, что до 35 лет я точно отработаю. Вот, мне 35. Так как еще несколько лет... Ты угадываешь мои вопросы, заканчивай. Да, так что те годы, которые я потратил на становление своего бизнеса антикварного, мне как бы вот они добавились еще, приплюсовались, поэтому еще какое-то это время я отработаю на благо человечества, скажем, в общем. То есть все-таки решил еще поработать? И еще пока, еще, да. Еще увидим мы Демида Воронцова. Недолго осталось. Я ставлю, конечно, телевидение, осталось несколько программ. Одну программу я сейчас возглавлю, буду вести на телевидении, и у меня есть два варианта. Либо это будет тоже очень динамичная программа о путешествиях, связано с эзотерикой, либо это все-таки будет студийная программа, как у тебя. Вот. Но и при этом я как бы буду уже, естественно, зафиксирован в Москве или за границей, но сейчас
Я активно развиваю свою онлайн-школу, школу по развитию экстрасенсорных способностей человека, которая позволяет мне также и как путешествовать, и находиться в Москве, при этом вести, чтобы как можно сузить свой круг таких вот активных путешествий, которые вот у меня происходят, потому что мы не молодеем, как раз я еще в рассвете сил, но летать в Нью-Йорк, Москва, Москва, Владивосток, преодолевать такие расстояния, или там Сахалин, Лос-Анджелес, то есть это очень большие, это, конечно, тяжело. Но и мне необходимо это лес, это спокойствие, это вода, где я просто собираю энергию. Наполняюсь. Мне же нужно консолидировать себе эти силы, чтобы потом, прилетая куда-то, их отдавать. Это же такой постоянный поток. Ты принимаешь, даешь, принимаешь. И вот Владивосток я очень люблю, Приморский край в целом, потому что здесь очень много воды, здесь дышится, мне легче, людей люблю. Мне кажется, Владивосток уже полюбил тебя за эти сколько я уже тут лет, да. Вот, и, конечно, ко мне многие, наоборот, летают, они говорят, Дмитрий, мы не хотим к вам приходить в порядке гастрольного тура, потому что, как бы, идет такой, да, грубо говоря, как конвейер, но при этом стараюсь все равно индивидуально подходить к каждому. А многие прилетают просто ко мне в Москву на 3-4 дня, чтобы я с ними плотно поработал, именно вот эти 3-4 дня провел все обряды, то есть отдельно под человека выбрал 3-4 дня. Я продаю такие туры, это в основном для коммерсантов, где я полностью вникаю в их бизнес, потому что в рамках консультации 40-45 минут, естественно, не можешь вникнуть во все детали бизнеса, потому что у людей по 15 есть бизнесов, бизнесмены, которые ко мне приезжают, различных, и нужно вникнуть и в руководство, все. Как правило, нанимается консультант, бизнес-консультант, который это ведет, да, то есть если мы говорим о бизнесе, который тратит месяцы для того, чтобы изучить ваш бизнес, вникнуть в него и поднять его, да, масштабировать, то у меня, естественно, меньше времени, при этом ответственности у меня больше, чем бизнес-консультанта, потому что он только консультирует, а я гарантирую результат. И, соответственно, я работаю на результат, поэтому мне нужно вникнуться как и бизнес-консультант. То, что помогает мне второе высшее образование, потому что я бизнес-психолог по образованию, откуда еще это пошло. И, естественно, мне помогает мое медицинское образование, то, что я клинический нейропсихолог по образованию, чтобы понимать, какой подход мне нужно разработать каждому индивидуальному клиенту. И третье, моя именно ведовская магическая сторона, чтобы дать успех этому человеку. Соответственно, то есть такой комплексный подход в этом всем играет очень большую роль. И расстояние человеку легче. То есть с ними поработать 3-4 дня, непосредственно потратить на него, он уезжает наполненный, заряженный максимально, и уже, как говорится, в бой у себя на родине. И поэтому это их не пугает ни расстояние, ни то, что нужно жить там в гостинице. Да? Это Сахалин, из Владивостока, Штатов. С разных стран ко мне прилетают люди. Вот что мне в тебе нравится, ты не говоришь, у меня есть дар, и вот я пришел им поделиться. Ты говоришь, я учу, у меня есть образование такое, у меня есть образование такое, у меня есть образование такое, а еще я могу вот это. Ну, и все вместе, наверное, это и дает какой-то результат людям. Да, тот, комплексный. Комплексный. Потому что я не говорю, что только я самый великий маг волшебник, который вот сделает вас тут же счастливым. Говорю о том, что и исходя из своего образования, естественно, конечно же, тоже это знание, это должно быть подкреплено, это главное, что не навреди, любой принцип, да. И плюс ко всему моя сила, которая дает совокупность и тот желаемый результат человеку. Грамотный подход, исходя из образования, и плюс ко всему сила. Я считаю, что в этом и есть моя уникальность. Во Владивостоке, кроме того, что ты проведешь личные консультации, может быть, мастер-классы какие-то, еще будут, что-то? Будут мастер-классы по традиции. Мастер-класс – это всегда денежный мастер-класс. Он новый, другая версия. Я никогда не повторяюсь. То есть у нас есть самые часто совершаемые ошибки, идущие без денег. Это мы их обсуждаем постоянно, потому что люди все время их совершают. А третий момент, второй и третий моменты – это когда я даю уже новые действенные ритуалы, и те люди, которые приходят, то есть у нас вначале идет общий такой на поток, то есть на большой там 50-100 человек, а потом у нас VIP-формат, это когда мы набираем ограниченное количество участников, и мы сами все вместе делаем ритуал. Представляешь, как круто, когда ты стоишь, и у тебя люди все держатся за руки, со свечами друг с другом вот так вот схваченными, что замыкают этот энергетика большой круг. Какая? Энергетика, каждый повторяет слова определенно, потом мы читаем все вместе на богатство всем нам, открываем каналы, прочищаемся, все очень любят, потом выходит это потрясающее, помимо энергетики, настроение, такая дружелюбная уже атмосфера,
когда люди делятся собой. То есть это клуб. Это настоящий клуб, клуб Демида Воронцова. У меня есть мой орден, который сейчас активно набирает свои шаги. Туда я приглашаю очень исключительных людей. Corvus Corax. Это черный ворон переводится. Это мой тотем. И вот там уже по общим нашим всем интересным, люди, все, которые у меня побывают на мастер-классе, есть определенная платформа в Telegram, где мы между собой обмениваемся, общаемся информацией, соответственно, люди могут коммуницировать между собой, и приходя ко мне, они находят нужные связи, выходы, и в дальнейшем уже независимо от моего присутствия, они общаются и развиваются каждый в своей степени. То есть я люблю вообще объединять людей, чтобы они, вот такой коммуникатор от природы, который коммуницирует не только я с кем-то, когда чтобы эта коммуникация могла продолжаться уже и без меня. Ну, последний вопрос тогда задам. Как попасть к тебе на консультацию? Рассказывай. Ко мне на консультацию можно попасть в городе Владивостоке, просто записавшись по номеру телефона, который вот у нас, да? 251-80-31. 251-80-31, все верно. Моему помощнику Роману сказать, желательно, хэштег, откуда обо мне узнали, что 8 канал, тогда мы записываем людей вне очереди, стараемся подготовиться, принести фотографии, распечатанные на фотобумаге, как мы раньше делали кодек и Fujifilm, людей, о которых пойдет речь, потому что не только можно спрашивать о себе, можно спрашивать и о других людях, если там желательно есть фотографии. И быть готовым к тому, что человек готов изменить свою жизнь, о том, что он готов двигаться дальше, он будет исполнять мои инструкции, только в этом случае я даю результат. То есть и приходя очень часто с одним, можно уйти совершенно с другим. Человек порой приходит и говорит, меня интересуют эти вопросы, я говорю, а это не должно вас волновать, ведь у вас, возможно, ну, возможно, я сейчас говорю, ведь у вас развивается болезнь. И назвал какие-то моменты, что вам нужно пойти обследование, потом находит и говорит, да, и мы можем перехватить на ранней стадии зародившейся болезни. Или говорю, у вас вообще вот этот вопрос про эту работу вас не должны волновать, потому что у вас будет совершенно третья сфера, и вы уйдете в другую сферу. Ну, то есть эффект неожиданности, который вот в хорошем смысле этого слова, о том, что человека может быть совершенно поменяется другая жизнь, это может быть тоже. Быть готовым изменить свою жизнь. Ну что ж, я напоминаю, это была программа «Время говорить», и сегодня у нас в гостях был экстрасенс, потомственный ведун, эксперт федеральных телепрограмм и лауреат государственной премии от Академии психологии Москвы за помощь следствию Демид Воронцов. В студии работала Юлия Ракоцкая. Увидимся на 8-м.